Ну что ж, как-то так. Стартовал мне лоуд. Сейчас настройки звука поменьше сделаю, чтобы меня было слышно. Вот так. Начался не лоуд. 31 уровень. Сегодня получается так, 5 число. То есть сколько? Ну, неделя. Считай, неделя, да, прошла. Далеко не каждый, ну то есть не очень сильно, так сказать, играю, не очень много, потому что из-за работы. Вот, то есть когда выходной, конечно, весь день играю. Так, ну, игра очень сильно оптимизированная, до этого ролик делал по New World, когда на ОБТ играл. Вроде не особо сильно лагает. То есть так более-менее. Так, хемп соберу. В принципе, был ролик до этого, как я сказал, да, на ОБТ, поэтому я постараюсь не повторяться. Сейчас покажу вкратце боевку. На ОБТ я играл со щитом и мечом, тут я играю с двуручкой. Вот, достижение какое-то в скиме, в стиме. Ну и сейчас покажу быстренько. Достаточно много багов, то есть у меня есть ачивки, они, видите, не отображаются, то есть... Нормальной игре еще нужно развиваться, да. У меня логинг 55, майнинг 35, харвестинг 43. Это вот в основном то, что у меня прокачано. Что-то у меня вообще по нулям. Рыбалка, рыбалка у меня 4. Ну, я рыбалку так по квесту делал. Почти не качал рыбалку. Сейчас у меня квест. Мне надо убивать этих мобов и что-то с них собирать. Вообще меня бесит то, что по мне очень много урона проходит, то есть вот такие у меня статы. Хэви я до этого в медиуме ходил, но получилось так, что в хэви, потому что я одеваю шмотки по статам, которые лучше всего статы дают, и получилось так, что я вот в хэви переобулся. Ну ничего страшного, я в идеале, конечно, постараюсь, чтобы в медиуме бегать. Вот такие у меня, в принципе, статы. Двуручка бустится от силы. То есть у меня силы там 150+. Ну, я стараюсь еще конститушн подкачивать, чтобы хп больше было. Ну, вот такие у меня атрибуты. То есть мне, по сути, кроме силы ничего не надо под двурук. Вот я до этого еще с рипом бегал, но я вкачал Gravity Well, вместо рипа поставил. То есть тут full АОЕ, то есть тут и автоатаки АОЕшкой бьют, и все скиллы. То есть им очень круто паки фармить, только если бы у меня хиллер был. Потому что тут эти мобы, они 33-го, я их уже, их не потяну. Если бы какой-нибудь 29-го, то я бы смог паки, в принципе, собирать и сам же фармить. С этими же мобами мне надо быть поосторожней. Они еще и блит накладывают, сильно пробивают, вот это что бесит очень сильно. Видите, очень сильно пробивают, сейчас сожру что-нибудь. Собирайте воду, это вот очень важно, собирайте воду. Она отхиливает слабо, но зато вода бесплатная. А ну кстати, я вот сколько... 13к голды нафармил. 13200. Сейчас я лагерь возведу тут. У меня, кажется, тир 3 уже. Ну да. Блин, мне Гринвуд нужен. Блять, какого хуя вообще? Я же на него не нападал. У меня был квест с доски на кабанчиков, но я уже выполнил. Скинить я не могу, у меня скининг низкоуровневый, кстати, вот тоже качайте скининг. Я профукал его. Но вы лучше не забывайте, качайте скининг. Что у меня все более-менее прокачано, вот кроме снятия кожи. Ну это как точка респауна. Кемп. Камп.
Вообще, в принципе, я остановился на Виверсфене. Видите, у меня квестов сколько в Виверсфене. Но я полетел по остальным городам доделывать квесты. Виндсворт и Эверфолл у меня пройдены полностью. То есть там полностью цепочки квестов закрыты. Видите, как меня сильно пробивают. Вообще заспавнился, я не помню, где я, в Эверфолле, что ли, или в Винсфорде. Скиллы я даже не юзаю на соло мобов. Бью с автоатак, потому что у меня скиллы все на АОЕ. Мне против одного моба в смысле, ну, нет смысла скиллы прожимать. То есть все скиллы АОЕшные, чтобы вы понимали. Так, что тут дальше? Collect Fort Building Plants and Fort Ramos. Видите, то есть все квесты высокоуровневые на 35 левел, на 34. Ну, в принципе, тянуть можно. Так, сейчас у кемпа отдохну, отхилюсь. Крутая очень игра, то есть, ну, в принципе, давно уже не было новых релизов. И игра реально выдалась хорошей. То есть даже плюс не только то, что эта игра новая, а то, что она еще и очень круто получилась. Левые мобы эти нападают. Тут экспа в основном с квестов. В основном с квестов. Блять, я не могу лут подобрать, потому что тут кусты рядом. Но с мобов тоже, в принципе, если паки мобов фармить, то... У меня статы главные, это сила и... Ну и под хп. Ну это как бы в хп всем надо. Поэтому я, в принципе, просто распыляю ненужные шмотки. Мобов я доджу по большой степени. Видите, вот эти красные мобы, они агрятся, бегут за мной, но если мне мобы не нужны, то я просто не убиваю их. Просто убегаю. Также тут есть много PvP-контента, но я в него пока не заходил. Есть PvP-квесты у комендантов, есть осады. То есть все это есть, но я пока этим не занимался. Мобы не нужны, если у меня на них квестов нет, то просто доджу. Все-таки подлагивает с ОБС, он подлагивает. Так, у меня тут квесты какие-то, Форт Рамос, что-то собирать надо. Не пойму, что. Еще порой я много умираю на некоторых локациях. Если, например, то есть моб там на несколько уровней выше меня, я, например, одного потяну, а если будет пак, то не потяну, видите, 35 уровень. На 4 уровня выше меня. Лучники еще сильно бьют. Насчет билда по скиллам не скажу, что это прям офигенный билд, то есть это просто мой билд. Я с такими скиллами играю, потому что я в интернете ничего особо не нашел. Так что вы, может, что-то покруче придумаете в плане билда. Бля, я не пойму, что мне по квесту делать надо. Plants. Что такое plants? Надо plants собрать. А, supplies, надо эти ящики открыть. Ну, короче, тут квесты однообразные, как во всех RPG. Убей мобов, там собери что-то с мобов. Тут еще типа ящики есть. Иногда квесты, по квестам надо что-то с ящиков собирать. Еще и шмотки дропаются. Ну, видите, вот эта шмотка не дает то, что мне надо. Я распыляю сразу. Пока тир 3 шмот на мне.
Я за все время только одну тир-4 шмотку нашел. И ту не под меня. Мобы тоже разные бывают. То есть бывают мобы одного и того же уровня, но бьют по-разному. Игра очень живая. Я выбрал далеко не самый оживленный сервер, чтобы поменьше в очередях стоять. Лоу, челик упал. У него достаточно низкий уровень, сейчас подниму его. Видите, хилер. Вот это вот прикольно. Пробегаешь мимо хилеров, они тебя всегда подхилят. Но они это на самом деле с корыстной целью делают, потому что у них качается лайфстаф. Прикольно в этой игре то, что у тебя нет выбора классов, то есть это от тебя зависит, там, чем ты будешь играть, можешь хоть все вкачивать. Но все вкачивать это, конечно, долго будет. Часто можно с челиками, с рандомами подсосаться и вместе квесты делать. В принципе, достаточно эффективно боссов убивать вместе с кем-то неплохо. Я, в принципе, делаю так, то есть делаю пак квестов и лечу его сдавать, вроде самое эффективное. С мобов особо много экспы нет, но какая-никакая есть. В принципе, сейчас я могу полететь в город. Что я и сделаю. Апну 32-й с квестов, навряд ли 33-й. Потом посмотрим. Пойду доски посмотрю, наверное, в других локациях. Потом, наверное, обратно в Виверсфен полечу. Доделывать квест. Но там уже сложновато. Высокоуровневые мобы. Там есть мобы 40-го уровня, вот их я уже прям не тяну. Вообще меня бесит, что меня пробивают сильно, не знаю почему. Может, потому что уровень достаточно низкий. Как-то так. Буду держать в курсе. Игра очень хорошая. Но они должны по-любому вводить какой-то новый контент, патчи, потому что, в принципе, после 60-го делать особо нечего. Это вот, конечно, большой минус. Вот так.